Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешный. Номер 1284. События дня. Иакова 5:9. Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот, судья стоит у дверей. За 22 июня 2019 года. Ясно, что означает эта дата 22. Самый длинный день. Начало войны. Здесь объявление. Не наше объявление, а объявление детей, которые остались без матери, да и отец такой. Затормозите, можно просчитать. Он между собой переписывается. Я узнаю это. Это субботний день, так как всегда начинается, работали, приходили даже два человека, помогали нам шкурить будущие сваи. На последний день пребывания Игнатова Сергея Егоровича собирался уезжать, дальше Володя баню истопил, сходили в баню, субботний день, помылись, постирались, что надо. И вечерние, на вечерние помолились, вернулись. Я тут немного слова сказал при прощании Сергея. Тут Алена была, вызвалась его отвезти на разъезд, чтобы до Корчина доехал, а там уже подождал свой поезд. Вот так как бы. Все заснято было. Вот проводы, я не знаю, заснято или нет были. Ожидать начинаем гостей. Приехала Алена. Девочка у нее не приехала, обещала. Что-то велосипедом там получилось, упала. Или избили, или лежит повреждение, не взяла ее. Приехала одна. Вот событие жаркое. Володя приносил все из холодильника. Березовый сок пили. Вот такие события, как бы маленькие, но они у нас все продвигают вперед. Дело делаем. Это события такие короткие, потому что одно и то же делаешь, делаешь. Какие события это? Ну, шкурим и работаешь, одна и та же работа. Хотя есть тут какие-то различия, но совсем незначительные. Вот так этот день прошел, напоминание о войне. Я тут сказал, говорю, война. Об этом хорошо объясняет Резун Виктор, как Суворов его пишет, что просто Гитлер опередил Сталина, который готовился напасть через 2 недели. Тут доказывать даже нечего, все понятно и ясно. Молиться надо, чтобы Господь помиловал сейчас события там в Грузии, здесь вступают. Народ в бедности, то другое. А нам некогда об этом думать. Просто молимся, благодарим Бога и работаем. Некогда митинговать, и еще это не дает показать наши ресурсы,
Ну вот, первое, это мой мир. На почте я нахожусь. Просто так зайти в мой мир. Вот так. Показать, как он выглядит. Вот, видно. Ну, далее форм что-то не очень открывается. Не знаю почему. Видимо, работы какие-то там идут или что. На одном месте стоит, не открывается. Но остальное открывается. И слава Богу. Православный видеоканал «Открытым оком о свете Библии». Приходят люди, смотрят. 38 тысяч и 8 подписчиков. 37 миллионов 103 тысячи 665 просмотров. Вот, и еще большой у нас во свете Библии православный библейский сайт. Очень богатый. 4124 ответа по темам, 55 тем. Вот так. И на этом на сегодня все. Во славу Божию.